Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Наталія Ігнатенка. Доброї раніці. Сьогодні сповняється ровно 90 год з того моменту, коли у Гомелі почало працювати у ефірі своє радіо. Об юбілеї, людях і тим, чим живе обласне радіо сьогодні – репортаж наших кореспондентів. У 1926 році Гомель був центром губернії. Напевно, не в останню чергу по гетій причині 14 сороковика тут почала віщання ефірна радіостанція. Докладно відомо, що вона розміщалася у будинку сучасного музею історії міста Гомеля. Правда, у яким конкретно покої, тепер уже ніхто не пам'ятає, заховали архіви і такі звістки. Станція називалася «Малий Комінтерн» і була могутністю 1,2 кВт, що повинно було хопити, щоб розповсюджувати сигнал на увесь город. Передачі виходили, звичайно, на по вечорах, коли ажитявлялася подача електроенергії. І ще одно знакове у історії обласного радіомісця – чигуночна станція «Новобелиця». Одразу після визволення Гомеля у 43-му тут у некоторих вагонах розмістили радіостанцію «Пчолка» і почали ефір. Увогулі, це була вельми примітивна по сьогоднішнім часі техніка. Галина Протопопова на обласне радіо прийшла у 1972-му і працювала тут більше 30 років. По сутності, вона була першим гукорежисером. До цього були гукооператори. Різниця велика, оператор займав тільки монтажом пленок, режисер відказував за увесь процес до виходу у ефір. Утренний і вечірній випуск останніх «Известий», потім у нас була дитяча редакція, молодіжна, пропаганда, промисловість і сільське господарство, і музикальне. От ці всі передачі, і кожен приходив, у кожного було час своє. І от ми монтували. Було, звісно, дуже були зайняті. Но, мне кажется, слушатели с удовольствием слушали наши передачи. Никаких, всегда писали нам письма, открытки, поздравлялись с праздниками. Сьогодні Галина Протопопова каже, що їй вельми пошанцувала, працювала побач з мужем, той був оператором на телебаченні, хоч і сябров на радіо так само хапала. До речі, у обласної телерадіокомпанії – це давня традиція – відчувати себе одним колективом і допомагати один одному. Їхали в командировки вместе, і кореспонденти радіо з нами їхали. Куда-то на район, там мы снимали, они писали, возвращались вместе. Это же был единый коллектив, хороший коллектив. Порівняти сучасне радіо з радіо, яким воно було ще наприкінці 90-х, немагчимо. А в комп'ютерах тоді навіть не марили. Записи імкнулися робити так, щоб не було браку. Вельми вже своєсоблівою була тогочасна техніка. Магнітофон «Репортер 7», вага 3,5 кілограма, але це не головний його недохоп. Не глядячи на те, що техніка професійна, вона з легкістю, я кажуть, ловила усі ефірні перешкоди. А тому разом з голосом чоловіка, якого записали, можна було почути музику чи ніякі співи. За час існування обласного радіо створалися і проходили реорганізацію різні відділи. Але, не глядячи на назви, завжди головну увагу тут надавали інформаційному забезпеченню. При одній умові інформація повинна адлюстровувати, перш за все, життя регіону. Сейчас очень большая конкуренция на рынке радиостанций. То, чем мы можем привлекать своего слушателя, это местная информация. У нас очень большое требование по этому поводу. До 90% новостей, которые мы даем в наших эфирах, это новости Гомельской области. У початку этого стагодия повстало питание переходу на новый уровень радиовещания. У жнивня 2001-го загучал «Экспресс», первая региональная станция на Гомельщине. Зараз она ведомая, как «Гомель-ФМ». В 2012-м телерадиокомпания запустила еще одну радиостанцию «Гомель». «Гомель-плюс». Життя підтвердило правильність такого рішення. Завершенням роботи проводного радіовіщання обласне радіо не тільки не втратило своїх слухачів, але й пропонувало їм нові передачі з устойливим стереосигналом. Регіон слышить наші радіостанції, тому що віщання розповсюджується на город Гомель і Гомельську область. Совсем недавно ми внедрили систему работы с районными редакциями для того, чтобы наши слушатели получали оперативную информацию с каждых районов Гомельской области. Так, например, в эфире радио «Гомель-ФМ» выходит передача под названием «Местное время», где мы освещаем жизнь районов Гомельской области. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Інститут пагранічної служби Республіки Білорусь сьогодні вперше у ради своїх курсантів приймає дівчат. Отримати едукацію вони зможуть по спеціальності керування підрозділеннями пагранічного контролю. До речі, служити на границі жінки могли раніше, однак відсутність відповідної едукації і, по сутності, можливості її отримати не дозволяло їм займати керуючі посади.
Увогуле институт пагранічнай службы даволі маладая навучальная установа. У гэтым годзе ёй исполнится ўсяго 6 гадоў. Але ж вопыт професарска-выкладчыцкага калектыву немалы. Институт быў створаны на аснове факультэта военной акадэміі Республікі Беларусь. Сёння ж маладыя людзі маюць магчымасць навучацца ў асобнай ВНУ. Тут на выбар ім прапануюць 4 спецыяльнасці. Навучанне доўжыцца 4 гады. Разам з дыпломам выпускнікі атрымліваюць званне лейтэнанта і кваліфікацыю спецыяліста по кіраванні. Приемная кампанія уже стартавала. Значит, молодым людям, желающим поступить на обучение в наш институт, необходимо до 1 апреля обратиться в военный комиссариат по месту жительства и подать ряд документов, которые указаны на сайте нашего института. До 10 красавіка будзе ісці первічны професійны адбор, у які ўваходзіць медыцынскі агляд і ацэнка фізічнай падрыхтоўкі. Наступны этап – здача цэнтралізаванага тэсціравання. Дарэчы, хлопцы могуць атрымаць адукацыю па гэтым накірунку дзейнасці таксама ў Нацыянальным тэхнічным універсітэце, Ваеннай акадэміі Рэспублікі Беларусь і ва Універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі, дзе ўстаноўлены такія ж тэрміны уступных іспытаў. Тым часам прыёмная камісія ВНУ Міністэрству внутренних справ так само почали свою работу. Подать документы у Академию МУС и Могилевский институт можно до 15 красавика. Працягваем выпуск. Супрацоўнікі управления Дзяржаўтаінспекцыі с допомогой удзячных водителей узбираются вызначыць самого спагадлівага и добразычлівага инспектора Гомельской области. З нагоды 80-гадовага юбилею з дня утварэння ведомства УДАІ абвясцілі об правядзенні акции «Инспектор, які мне дапамог». Усе водители ведают, у чем заключается галоўная задача инспектора у дорожной службы. Але у каждого свое ставление до прадстаўнікоў этой профессии. Одним инспектор ДАИ выписал штраф, іншим зрабіў папярэджанне, третьим подяковал и пожадал счастливого шляху. Але есть и тая категория водителя, у якой спотребилася допомога инспектора у тяжкой ситуации. Лучшего инспектора наградят специальным дипломом инспектор ДПС, который мне помог. И вручат на торжественном мероприятии, посвященном 80-летию образования УГАИ, которое состоится у нас в областном центре 1 июля. Участвуйте, присылайте все ваши строки, видео на электронный адрес, либо на почтовый адрес областной госавтоинспекции. Штогод супрацоўнікі ДАІ выязджаюць на дарожна-транспартныя здарэнні і нярэдка аказваюцца там раней брыгад хуткай медыцынскай дапамогі. Ад іх правільных дзеянняў часам залежыць жыццё пацярпелых. Артыстка групы «Калейдаскоп Дзіва» у Гомельской областной филармонии Вольга Стасенок – адзіная у Гомелі дрессировщица голубаў. У так званой трупе 10 птушиных артистов. Як дитячее захопление пераутварылася у лад життя? Чаму дрессировщица птушек вучит своих подопечных? Даведаўся Яўген Пабалавец. Сколько раз в день вы кормите? Вольга Стасенок шмат гадоў займаецца дрэсіроўкай. Спачатку быў індык, зараз галубы. Іх веерныя хвасты ў палёце нагадваюць пухнатыя кветкі півонь, а крылы – пялёсткі астры, кажа дрэсіроўшчыца. Яшчэ ў дзяцінстве Вольга назірала за звычкамі птушак, а калі ўбачыла ў цырку, вырашыла стварыць нумар, які далей пераўтварыўся ў сапраўдную праграму «Птушыны двор». Ну вот мои воспитанники. Этот голубь самый мощный, большой, красивый. Он зовется главарь. Это его девочка, Беляночка. Вот это пара. Этот мраморный, потому что у него такой окрас интересный. Тема кахання паміж галубамі асаблівая. Нездарма гэтых птушак запускаюць у неба маладыя. Самка кіруе сям'ёй, самец яе ахоўвае. Голубы манагамныя. Пара часта прывязана адзін да аднога ўсё сваё доўгае жыццё. І хоць сярод гарадскіх голубаў бываюць выпадкі разводаў, але гэта ў большай меры звязана з гарадской мітуснёй. Усё як у чалавека. І адносіны пачынаюцца гэтак жа. Спачатку самец заляцаецца да самкі, тая прымае яго ці не. Калі яны цалуюцца, значыць, сям'я створана. Пры гэтым выкарміць птушанят галубы могуць толькі ў пары. Момент ухажвання і момент создання сям'і очень схожа з жыццём людзей. Происходят і ссоры, происходит і примирение. Вот, когда появляется потомство, когда они сидят уже на яйцах, они не высиживают, одна самка не высиживает, высиживают вместе с самцом. И когда появляется потомство, они вдвоем его кормят 45 дней.
Сегодня Вольга Стасенок – один на Гомеле дрессировщица голубов. У так званой трупе 10 птушек-артистов. До каждой индивидуальный подход. Зараз Вольга – удельница группы «Калейдоскоп дивов» Гомельской областной филармонии. И номер с голубами стал уже своеобразной отметностью концертов. Евген Поблавец, Сергей Лукашук, телерадокомпания «Гомель». На минулых выходных у Гомеля значили масленицу. Это веселые проводы зимы, озоренные радостным чаканием близкого тепла и веснового обновления природы. Головными атрибутами свята традиционно являются пудила масленицы, забавы, гуляния и, вядома ж, блины, которые ранее имели ритуальное значение. Яны уявляли собой символ солнца. Як сустракали весну гомельчане? У наступном сюжете. Вясна с зимой змагаются, казали наши продки. Менавіта на масленицу проводился некий рубеж, для якого у свете панавал холод, а после канчаткова приходило тепло. Кроме того, свято лечилось поминальным. Каб задобрить померлых, ладились ахвяроприношения и богатые сытные обеды. Сегодня гэтая традиция адлюстроваются у спальвани пудила и святочных кермашах. Кроме того, якая ж масленица без блинов? На масленичном тыдне блины набывали сапраўды королевское значение. Их старались готовать ко каждый день. Масло и сыр – так само обовязковые атрибуты свята. Масленица – это всегда солнце, радость, хорошее настроение, блины, друзья и веселье. Поели блинов на детской площадке, походили на ходулях, ребенок остался очень довольный, канат перетягивали, с удовольствием посмотрели, думаем, вырастем, тоже на столб заберемся, очень интересно. Все кружатся, веселятся, радуются, и мне это очень сильно нравится. Я пришел сюда от души, с душой. Акрамя традиционной дегустации блинов и узбирания на слуп, весну сустракали ярким шоу. Все жадающие споборничали у перетягивания каната, бегу в мешках и боях на подушках. А песни, танцы, флешмобы подтримывали святочную атмосферу. Особливую увагу гомельшан притягнул конкурс гармонистов, в яким примали удел музыканты из всей области. За довольнением до народного свята долучились и дети. Их чекали шоу поветренных змеев и шматликие забавы. А у гомельским яслях саде номер 124 ладили свою уласную масленицу. Скоморохи, снежная баба, конкурсы с призами и подчастунками, гульня у снежки, песни и танцы, частование блинами. У Гомеля упершиню у дошкольной установи вырашили организовать масленицу. Тут кажут, что зараз тематичные святы будут проводить як мага частей. Подрыхтовка кожного мероприемства, особливо с маленькими детьми, потребует шмат часу и терпения. Але вот такая непосредная дитячая удячность здольная оправдать любые намагания. Проводы зимы и встреча весны — это всегда веселый, вкусный и радостный праздник для всех, для взрослых и для детей. И заранее педагоги провели ряд массовых тематических мероприятий и занятий, чтобы познакомить дошкольников с традициями этого славянского праздника. Кульминацией народного свята стало вядома спаление пудила, а кончатковое развитание с масленичным тыднем завершается сегодня, у чистый понеделок, який лечится днем очищения от грехов. Марина Северьянова, Катерина Сапельникова, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель». Одразу после масленицы у православных верников начинается Великий пост, самый строгий из христианских постов. Он начинается сегодня и будет продолжаться 48 дней. И завершится Великоднем, головной подеей церковного календара. Великдень является наистаражитным и самым важным христианским святом, усталеванным у гонор у воскресения Иисуса Христа. До этого ж часу православие закликая верников жить, выконываючи певные правила. Причем их призначение не просто отмовиться от певной ежи, важно очиститься духовно. Нельзя осуждать никого. Второе, что нам завещается, это покаяние. Обязательно. Без покаяния нету поста. Это будет просто диета. Что подразумевает покаяние? Осознание своих грехов, видение их, сожаление о сделанном плохом поступке, решимость исправиться. И третье, обязательное условие поста – это дела милосердия. Вот если эти три пункта будут, дальше приложить и телесное воздержание, причем разумное оно должно быть. Задача поста в физическом плане, то есть в плане еды, не навредить. А если будут наши усилия, пусть недостаточные, даже в духовном плане недостаточно, но искренне Господь приложит благодать и несовершенное нами доведет до совершенства по своей милости. И это была последняя информация нашего ранешнего выпуска. У студы працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги ожидаем вам пленного дня. До новых встреч в эфире.